вопросами анализа правоприменительной практики и совершенствования законодательной деятельности в Крыму и Севастополе займется экспертный совет. Решение о его создании принял Комитет Госдумы в четверг, 11 июля. В состав совета вошли члены правительства России, представители всех фракций Нижней палаты парламента, исполнительной и законодательной властей Крыма и Севастополя и участники научного и экспертного сообщества. Председателем назначен депутат Госдумы Дмитрий Белик. Цель работы экспертного совета – проанализировать те законы, которые действуют в двух новых субъектах, а также внести новые законодательные инициативы для жителей Севастополя и Крыма. По словам парламентария, в первую очередь на рассмотрение совета нужно внести настройку пенсионной системы полуострова и создание сельской территории в границах Севастополя.